Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал «Футбол – это жизнь», и мы продолжаем делать прогнозы на матчи чемпионата мира 2022 года в Катаре, матч между сборной Сербии и сборной Швейцарии. Друзья, обязательно напишите в комментариях ваш прогноз на эту игру, интересно будет потом почитать и сверить результаты с реальным исходом этой встречи. Ну что же, в группе G сборная Сербии занимает четвертую строчку, делит ее, третью точнее строчку, делит вместе со сборной Камеруна, набрав за два матча одно очко и занимая вот четвертую строчку. А сборная Швейцарии занимает вторую строчку, набрав три очка за первые две встречи. Сборной Швейцарии достаточно не проиграть, и там уже в случае победы Камеруна над сборной Бразилии будут смотреть разницу мячей. Ну а в случае Сербии здесь также сербам нужна только лишь победа, и также надеяться на то, что Камерун не обыграет сборную Бразилии. Поэтому вот такие у нас исходы, прогнозы на вот расклады на вот эти две сборные в заключительном третьем матче группового этапа. Моменты возникали в этом матче у тех и других, но счет 0-0. Друзья, всем спасибо большое за просмотр, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. С вами был Андрей, канал «Футбол – это жизнь». До новых встреч, друзья, всем до свидания.